сегодня взял на пробу вот такое вот блюдо. Свинина в кисло-сладком соусе. Владивостокского рыбокомбината производства. Попробуем, что оно из себя представляет. Чайнички вот разогрели. Итак, на обед сегодня у меня картофельное пюре, свинина в кисло-сладком соусе и кофе со сгущенным молоком. Открываем пачку. Так. Смотрим, что у нас тут такое. Вот такой вот кусочек свининки. Сейчас попробуем. Вкусно. Смею вас заверить, друзья, это очень вкусно. Вообще, изумительное блюдо. В составе у нас перец болгарский, морковь, вода, томатная паста, сахар, крахмал кукурузный, регулятор кислотности, кислота уксусная. Соль, ну и свинина, естественно, перец черный молотый. Пищевая ценность 100 граммов продукта, 193 килокалории. Белки, жиры, углеводы. Вес у нас 250 граммов.